Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 17 июля. Я Олег Шиганов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, самбанохон детенухот. По республике сохранится жаркая погода, днем короткие грозовые дожди. В ближайшие сутки в связи с ожидающимися осадками возможен подъем уровня воды малых рек с выходом воды на пойму. Штормовое предупреждение. 17-18 июля по республике по юго-западным районам ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. При грозах усиление северо-западного ветра до 24 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 10, днем 30 тепла. По центральным районам ночью плюс 13-18, днем 30 тепла. По южным районам ночью 15 тепла, по юго-западу до плюс 10, днем 30 выше 0, по юго-западу до 20 тепла. В столице Бурятии гроза с кратковременным дождем и порывистым ветром. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 18, максимальная днем 31 тепла. Америка. Необрева независимость 4 июля 1776 года. В этот день отцы-основатели Америки подписали Декларацию независимости. Но война за эту независимость длилась еще 7 лет. И только 3 сентября 1783 года был подписан мирный договор между Америкой и английским королем Георгом III. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Лилия, с днем рождения!